Поехали. Продолжение про ребенка. Окончание про ребенка. Нужно уже, хотя настроение совсем не детское, но нужно этот пирог завершить, который я замесила. Так, на вопрос, зачем, я отвечала в прошлом видео. Да, зачем нужно, почему важно. Следующий момент. Пометка для тех, у кого слово «радость» вызывает негативные эмоции, негативные ассоциации. Например, такое было у меня. Радость – это глупость, радость – это неэффективное времяпрепровождение. В силу того, что это было семейным негативным убеждением. И оно передалось по наследству. Раньше, чем само наследство, да? Ребеночек еще никакого наследства не получил, но негативные убеждения уже с ним. Если такое происходит и с вами, то подберите себе какой-то синоним. Вашу радость, да, ваше личное слово. Там и счастье есть, и наслаждение, и удовольствие, удовлетворение и так далее. Что-то вам 100% подойдет. Будет лично вашим. Да, следующий момент. Я когда начала заниматься вот этой вот, как это, заново получать удовольствие, учиться заново получать удовольствие. Не потому, что я однажды проснулась и думала, что-то мне не хватает удовольствия, что-то я не радуюсь. Нет, это входило в план по реанимации отношений. Включить в себе женственность, мягкость, радость, удивление. Да, и вот эта вот способность ежедневно, ежечасно получать удовольствие. То есть это все туда, в моем конкретном случае. Это все туда. Это была одна из стратегий, значит, реанимации дохлых отношений. Поэтому что я делала? Да, что-то я делала сама. Большую часть я делала с помощью специалиста. Занималась с умным человеком. В общем-то, в чем состоял этот план? Все просто. Единственное условие, что нужно относиться к этому серьезно. Нужно относиться к этому серьезно и just do it, да, делать. Вот смотрите, у нас 5 путей, наверное, так. Визуальная, аудиальная, олфакторная, густаторная, кинестетическая. И вот эти все 5 центров удовольствия нужно хорошенько расчистить, во-первых, потому что они конкретно запылились и загрязнились. Да, если мы в детстве легко просто на каждом шагу удивлялись и радовались, то во взрослой жизни, конечно, миру нужно постараться, чтобы нас удивить. Такие мы все становимся. Поэтому нужно расчистить. Во-вторых, всем, кто себя не знал, нужно себя узнать. Потому что бывает так, что мы пытаемся получить удовольствие от чужих каких-то шаблонов, да? Ну вот там принята сумка Биркин, например, и нужна сумка Биркин, иначе как бы как-то, в общем, не так, да? А прислушаться к себе, реально хочется сумка Биркин или хочется чего-то другого? Ну, вот такие элементарные вещи. То есть себя спрашивать, себя. А я как? Как я? Как я? А что же я? Не то, что модно, или то, что принято, или вот то, что подруга у подруги. А вот что я конкретно? А как же я, да? Заглянуть внутрь себя. Это как раз классный случай. Поэтому берем 5 дней и начинаем. Первый. Визуальное удовольствие. Наверное, ну для меня, по крайней мере, были самые легкие. И, значит, ищем 100 визуальных удовольствий каждый день. Я специально садилась перед компьютером, открывала картинки и искала, да, когда дома. Когда за пределами дома, конечно, ищешь везде и начинаешь вдруг с удивлением замечать, что, оказывается, красота есть. Красота реально есть, когда ее ищешь, да, когда у тебя задание, тебе сказали 100, сначала ты офигела и думаешь, какие 100, я их, ну, не найду, тем более в один день, но старательно ищешь и, как это, и пометочки в блокноте делаешь, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Следующее, аудиальные звуки, да,
вот там шелест листвы, ветерок, где-то обрывки мелодии, какой приятный голос, шум дождя и так далее. Запахи. Над запахами пришлось постараться, потому что я прям ходила специально как-то в парфюмерный и прям нюхала. Вот. Ну, вот так вот пять, да, кинестетические. Тоже трогала всякие поверхности, шелк, бархат, дерево, камень прохладный, камень теплый и так далее. Кора, дерево, растения. В общем-то, все в этом духе. Прям старательно, серьезно, да, 5, потом перерыв, и опять поехали, 5, потом перерыв подольше, 5. Я сделала 3 раза, да, вот у меня было 3 серии по 5. И потом оставила себя в покое. Я не ждала, что вот я проснусь, и я начну наслаждаться. Ну, что-то такое, вообще отпустила, потом вообще забыла. И я не помню, в какой-то момент я вдруг очнулась и отдала себе отчет в том, что я каждый день получаю удовольствие. Слушай, я иду там, смотрю и наслаждаюсь. Ой, вот это красиво, вот это красиво, вот это красиво. Боже мой, да, там еду, смотрю в окно. Ой, это красиво, это красиво, это красиво. Вот что-то прикасается автоматически. Ай, как хорошо, как приятно, запах приятный, музыка, там мелодия, да. В общем, однажды вдруг я проснулась. То есть я себя не теребила, не терроризировала. Ну что, ты уже наслаждаешься, ты замечаешь? Нет, я позанималась. И потом все, оставила себя в покое. И вдруг они, когда они ожили и зашевелились, мои центры удовольствия, начали... Может быть, кому-то подольше придется, может быть, кому-то поменьше. Ну, в общем-то, я думаю, там все индивидуально, но общий план такой. Относиться серьезно и старательно делать, да, вот 100 прям, вот вы выбрали день, и 100 ищите, 100 вкусовых, 100 звуковых и так далее. Так, следующий момент, что хочется отметить. Вот, например, благодаря этому я узнала вдруг, что мои любимые парфюмы — это не те, которые супер дорогие. Я как родом из детства, вот этот вот комплекс нищего. Лучше то, что дороже. Ну, конечно, очень часто лучше то, что дороже, потому что качество не может быть дешево. Но это не всегда так, да? То есть есть разница между джинсами в 30 евро и 300 евро. Но разница между джинсами в 300 евро и 3000 евро уже нет. Если там не предполагается каких-то специальных прибамбасов, типа кристаллов и так далее, ручной вышивки. Но нет, например, да? И вот благодаря этому я узнала, что мои парфюмы любимые не самые дорогие, которые мне там полочки наполняли, а средние парфюмы, вот что мне нравится. Не к тому, что... Как это, типа... С удивлением обнаружила, что, оказывается, от средних парфюмов можно получать удовольствие. С удивлением обнаружила, что иногда гонишься за чем-то, ну вот что-то такое очень статусное, а когда к себе прислушался, оказалось, что да нет, вообще другое мне нравится. Ну вот что касается парфюмов, для меня это было открытие, да? Я нашла свои любимые, и я кайфую от ведьминого зелья. И, в общем-то, были еще несколько таких моментов, которые прям открытие. Ну и, конечно, вообще пожизненный ежедневный бонус. То есть отношения изменились, потому что женщина – это все-таки такая батарейка для мужчины. Я получаю удовольствие, и он получает удовольствие. Поэтому он так часто повторяет: я счастлив, когда ты счастлива, потому что ему вот это вот счастье, оно передается. Так что вот так, все очень просто, что касается удовольствий. Берите, делайте,
и все получится. Еще такой вопрос был, кто-то задавал, ну как же я вот должна как идиотка, ну вот там типа они смеются, прыгают, да, там дети, сразу ассоциация, что я должна как идиотка, вот ребенок смеется, прыгает, я должна как он. Нет, не надо как идиотка, начните хотя бы просто с улыбки. Вот на ту же самую ситуацию, на которую ребенок прыгает и кричит, да? Да нет, не обязательно прыгать и кричать. Просто хотя бы начните с улыбки. Начните улыбаться на те ситуации, на которые вы раньше не улыбались. Ну вот что-то такое, да? То есть крайности не нужны. И потом тоже был вопрос, ну а как же, если я вдруг в один день, там близкие меня не узнают, сочтут за... Во-первых, в один день не получится. Если вы превратились в серьезную даму, если вы давно забыли, что такое непосредственность и легкость, сразу у вас и не получится. Это же вот эту баржу нужно развернуть, да, в другое. Поэтому не надо пугаться, что что-то там получится сразу, и вы всех напугаете. Нет. Во-первых, это будет постепенно и красиво. Ну и во-вторых, вы же будете контролировать, держать руку на пульсе. Очень хорошо помогает юмор. Вот что-то в шутку, да, кто учится делать комплименты любимым людям и нелюбимым, первые комплименты легче всего делать в шутку. Вот там, как говорят, вот, ну, вот хочу, но не получается. Ну скажите в шутку, чуть-чуть шутливым тоном, скажите правду, но шутливым тоном. И так легче. Также и вот это вот радость и удивление, если вы увидите, что близкие... Ну, что-то там недоумевают, всегда можно объяснить это с юмором. И потом, это же изменение в сторону, как это, господи, это же изменение в хорошую сторону, выигрывают все, поэтому вперед!